Две самые главные вещи, которые должен сделать любой, кто снимает квартиру. Вот просто обязательно вот это нужно сделать. Первое, это обязательно читайте контракт, который вам дают арендодатели. Объясню, был такой случай. Меня попросили поприсутствовать на подписании контракта на аренду квартиры. И контракт был на испанском языке. Я говорю, дайте я почитаю, посмотрю вообще, что там в контракте написано. А все, а уже были готовы подписывать. Да, арендодатели были такие, бабушка с дедушкой, боже, одуванчик, прям все хорошо. Такие прям милые-милые. Дедулька с бабулькой. Что получилось? Я открываю контракт, начинаю читать. Оказывается, что согласно контракту при выезде арендаторы должны были сделать капитальный ремонт в данной квартире, а также заменить всю бытовую технику за свой счет. Представляете, как бы они попали? Второе, что нужно сделать, это обязательно сделать, это когда вы заезжаете в квартиру, обязательно смените личинку или смените замок, а еще лучше поставьте второй замок. Был такой случай, у меня друг в Москве снимал квартиру. С женой они уехали в путешествие, куда-то на Бали поехали на 2 недели. И через 2 недели, когда вернулись, узнали, что в их квартире кто-то жил. Пока они отсутствовали, пока они были в отпуске. Кто жил, непонятно. Но факт есть факт, потому что их вещами пользовались, они обратились к хозяйке квартиры, хозяйка сказала, ничего не знаю, как бы, я не знаю этого. В Испании был такой случай, когда ребята, молодая пара приехали, сняли квартиру, заселились, начали копить на собственную недвижимость, и вот как только они накопили определенную сумму денег, в один прекрасный день они приходят, а денег нет. Вызвали полицию, полиция приехала, замки не взломаны, все хорошо, они все вместе пошли к хозяину квартиру, у хозяина алиби, у его жены алиби, у всех алиби, все, ничего нету. В итоге нет ни денег, ни дела, ничего, ни новой квартиры.